Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Нервного Максима. Так, у нас с вами в прошлой серии осталась одна эмблема и один лом, который мы так и не нашли. И пришли сюда, чтобы вышли, закончили серию, чтобы найти, да, его. Давайте попробуем еще раз найти. Вот он, 10-й лом. И таким образом у нас осталась эмблема, да? Вот с эмблемой сложнее будет, наверное. Как думаете, друзья? Я уже забыл конфигурацию лагеря. Ну, хотя они здесь, в принципе, все стандартные. Это мы вышли из лагеря, да, это мы выбежали из лагеря. Пойдемте тогда. Стоп. Так. Здесь нету. Здесь водичка. А тут. Сейчас посмотрим, может, найдем эмблему. У товарищей спрашивать бессмысленно. Товарищи не видели эмблему. Так, это что? Здесь ничего. Второй этаж, ну может правда на втором этаже будет. Нет, на втором этаже не будет. Представляете, не будет. А здесь же, по-моему, еще второй этот, нижний этаж был, нет? Или я что-то путаю? О, интересно мне знать. Ну это мы на улицу вышли, к машине сейчас бежим, да. Подождите, а вот здесь что? Хм. Это опять на улицу выходим. Я в курсе, да. Угу. Ну были мы здесь. Так. Здесь ничего. Так. Но тоже ничего. Хм. Нет, тут ничего. Вообще ничего. То есть он настолько маленький, этот лагерь, что ли? Да ну нет, он же не может быть таким маленьким. Мне он что-то больше казался. Серьезно. Хм. Ну это выход на улицу. Это выход на улицу. Ну-ка, давайте вот так посмотрим, что можно сделать. Я слышу звуки. Недругов машин, машин недругов. Слушайте, он правда такой маленький, этот лагерь. Хм. Адская решетка. Эмблема, ты где? Думал, вон там. О, тут даже лестница есть. Ну надо же. Какая культур-мултур. И тут есть лестница. Офигеть, сколько лестниц. А разве не здесь был спуск вниз, а? Здесь. Вот внизу и надо искать.
Отсюда я спущусь вниз. Да. Ну, Макс, как обычно, в своем репертуаре. Не может включить фонарь сам. Так. Давайте вот сюда пойдем. Тут. Канистра мне уже не нужна, она у меня есть. Вот здесь мы взрывали цистерны. Но здесь мы не нашли эмблему. Тут есть что-нибудь? Нет. Интересно. Очень интересно. Ну-ка, видите вы что-нибудь? Я ничего не вижу здесь. Вообще. Ладно, давайте мы отсюда пойдем. Откроем пункт воздушной разведки, я думаю. Так будет лучше. Пользы больше. Да. С эмблемой разберемся. Так мне думается. Она никуда отсюда не денется. У нас же, если вы помните, в прошлой серии не было бензина. И мы сюда приехали раздобыть бензин. Ну, как это часто бывает, приехали на минуту, в итоге зависли надолго. Ладно, вернемся, эмблему найдем. Так, где здесь этот шарик? Давай, шарик, садись. Поехали. На-на-на. Так, канистра у нас, это самое главное. Нам кто-то пристает, что ли? Звук такой был, как будто за нами кто-то едет. А вон шарик. Вон он, шарик, впереди. Бери, Макс, канистру. Отлично. Только одну канистру с собой таскать можно. Больше одной нельзя. Та-та. Я-то думал, все стандартизировано. Нет. Нифига. Что, еще одну вести? Ну, по идее, должно хватить. Чтоб подняться. Жрет, конечно, горючки немерено. Но... Хватило, поднялись. Вой ветров. Перевалочный пункт. Смертельная гонка. Что здесь еще есть? Пугало. Ну-ка. Так, давайте смотреть. Один лагерь, три пугала. Снайперов мы всех сняли. Так, раз, два, три, я вижу. Пугало. Чуть-чуть осталось, да, снайперов нет и два минных поля. Ну, великолепно, вот он еще один лагерь. Вот он еще один лагерь, а это у нас что? Это детали металлоломщики. Неплохо, это... А, катапульт помойки надо уничтожить. Ну что ж, неплохо, неплохо, неплохо.
Ну, в общем-то, все объекты, которые нам нужны, они есть. Мы их видим прекрасно. Спускаемся. Снайпера уже нам не нужны. Ибо мы всех грохнули. Очень меня интересует взрыв катапульты. Давайте, что ли, туда отправимся. Посмотрим, что это такое. Я думаю, что будет очень красиво, если мы вот это сделаем, а потом катапульту взорвем. Прям будет очень круто. Давай, Макс, не стесняйся. Покажи все, на что ты способен. Все, поехали. Ай, надо было не по-нормальному, а просто срезать вот так вверх оттуда, выехать вот отсюда, вот, и все. Ну ладно. Сколько местное время, интересно? Че, уже подъезжаем? Какой я молодец, да, друзья мои? Вот мне только таранить машины иностранные. Иностранные машины это называется. Вражеские машины. Прекрасно, чё. Это вон там, где дым идет. О, за мной увязался уже деятель. Мстя приехала за мной, да, мстя. Да, 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 да. Где ты? Иди сюда. Ну я забыл, да, Макс, он же самый шустрый на свете. Может, ты встанешь, алё? Давай. Все. Ну чё, где ты там? Доездился. Иди сюда. Вот и все. Мальчики! Я пришел за деталями. Здорово! Сколько там вас? Я слышу, вас там много. Давай, Макс. Все, снесли. А, там этот есть, щит. Ладно, давай. Нет, родной, так не получится. Угу. А мы ему и так его разбили. Все. Прекрасно. Что у тебя есть из лута? 15 слома, много. Лутовый ты парень, лутовый. Чего он там бежит? Где он вообще? А, вон он откуда кидает. Господи ты боже мой. Я думаю, нифига себе. Метки какой. О! Сколько здесь интересно? Лома. А, три тут ящика лома? Ладно. Ух ты, патроны я тут вижу. А почему я не могу в них кидать патронами, а? Это вот очень обидно. Не патронами, а камнями. Они, главное, в меня кидают, а я не могу. Это ты, что ли, кидал? Ну, я, собственно, здесь больше и некому. Ну ладно. Повезло тебе, я пропустил один удар. Нет, ну подожди. Три из трех. Вообще. Алом. Вы же не хотите сказать, что я здесь пропустил этот смешной лом? Конечно. В этом абсолютно смешном лагере поживы. Вместе поживы. Так вот, я сокрушаюсь по поводу того, что не могу в них кидать камни, друзья. Я хотел бы.
Понимаете? А я хотел бы. Может, они куда-то отдельно убрали этот лом? Может, тут что открыть надо? Так. Это мы заберем однозначно совершенно. Где наш автомобиль прекрасный? А, вот здесь он, да? Вон он. Это очень далеко. Итак. Макс, возьми, пожалуйста. Положить в багажник, естественно. Багажник, багажник. Ой. Так, хорошо. Сейчас давайте ближе подъедем. А тут далековато лагерь. Далеко бежать. Вот он, елки-палки. Ой, ну я себе нравлюсь, конечно. Вообще. Все, место поживы 100%. Прекрасно, я себе нравлюсь. Ну что, пойдемте с катапультой разбираться. Так, пугало. Пока катапульта на повестке, не что там за катапульта, интересно. Ну это, наверное, как уничтожение этих, вот помните, в подземельях, забыл, как они называются, крысеныши, гаденыши, они там в противогазах с красными глазами, вот нечто подобное. А, мы, по-моему, это делали. Да. Что там мы такое делали? Так, и что дальше? Что дальше-то с ней делать? Или не делали? Я что-то не понял, честно говоря. Макс, вылазь. Вот катапульта, и чего? А что с ней делать-то? Все, я уничтожил ее? Нет, я ее не уничтожил. Я ее и толкнуть не могу. Может, по ней надо из грампуна жахнуть? Как думаете? Да нет, что-то не похож. Так, ясно. Теперь давайте. Вообще прекрасно. А что с ней делать-то надо? Вот она, катапульта, и... Уничтожьте катапульту помойки. Может, тут что подвигать надо? Нет, это интересно, конечно, очень. За руль, может, тут как-то сесть можно. Лестницы какие есть. Фиг его знает. Да подожди пока. Я не понимаю. Иди лесом, а. От вас толку никакого нету. Нет, это очень интересно. А что с ней делать-то надо? А, вот сюда. Ясно все. Все? Я-то думал, что там надо делать. Чистильщики. Вот так. Бегал. Что, мы повредили нашу прекрасную Феррари?
таранить ее пытался. А там просто по баллонам надо было жахнуть, короче, друзья. Вот так вот. Так, это что? А, он скажет мне, что я вообще просто мужчина-огонь, я уверен в этом. Да. Красиво, да, было? Вообще. Приехали, да, уже? Уже приехали. Ну, конечно, конечно. Где он? Вон он. Красноглазые не вылезут. Так, давай. Пой мне оду. Какой я красавчик. Все тоже клонированные. Можно быть крутым парнем, чтобы ходить в таком облачении. Очень крутым. Она нам сообщила полезную информацию. Это была полезная информация, друзья. Ценная, я бы сказал. Без этого, конечно, вообще никак. Так, ну что, давайте, что, в место поживы пойдем. Ну, для нас уже эти места поживы не особо актуальны. Только есть какие-то проекты там брать. И реализовывать их. Все. О, жрачка. Что-то ящерицу пожрал я. Так. Хорошо. Берем, заходим. И пытаемся понять, что здесь вообще происходит. Угу. Нам Максу надо орлиное зрение, я уже говорил об этом. Слушайте, я смотрю, здесь места поживы прямо от души под землю уходят. К этим вот, которые под землей живут. Да, серьезно. Один. Под землей, наверное, прохладно. Безопаснее. Чем на поверхности. Угу. Надо посмотреть, что там еще у Макса прокачать вообще можно. Из способностей. И все, что ли? О, интересно. Очень интересно, да. И куда мы вылезли? Попадешь в дерево? Все? Забирай, Макс, патроны у этого деятеля. Вот и все, винтовочные патроны. Он вообще откуда здесь взялся? Объясните мне. Его ж не было вроде. Или мы просто его не заметили? Видимо, не заметили. Так, а вот этого деятеля я вижу. Снайперов вроде как мы снесли, но они продолжают оставаться. Сколько? 8, нормально. Жить можно. Это снайпер откуда? Вот что он здесь забыл, скажите мне. По статистике мы их всех снесли. Это, наверное, снайпер лагеря. Так, что я думаю? Я думаю, что мы сейчас вернемся к красноглазке. Сделаем проект, заберем Динки-Ди и пойдем одно минное поле разминируем. И заодно пополним боезапас дробаша. Команду металлоломщиков. Это оно? Да. Давай.
Прекрасно. Команда металлоломщиков организована. Автоматически проводится сбор лома. Да, интернет нужен, я в курсе. Теперь. Что у нас тут осталось? Водохранилище, опарышевая ферма. И что еще? И арсенал. Ну, тоже найдем что, не проблема. Коллекция машин. А, это то, что мы выиграли вот это в гонках. Вот этот бред. Огненный налетчик. Конечно, бэк, вижу стянчика. Динки ди тут, как тут. Конечно, нас поведет собака, елки-палки. Кто ж нас еще может-то повести, ё-моё. Собака, которая чувствует то, что почувствовал уже я предварительно. Угу. У нас тут нету никакого ускорения. Обидно, конечно. Но хочу сказать, что баги живучие. Я уже говорил об этом. Да ладно. Он типа почувствовал, представляете? Великий пес. Сейчас потом на дробаш пополним. Интересно, второе минное поле быстро найдем или так тоже носиться будем часами? Так. А никто не хочет сюда? Едут. Ребя. Ой, какая прелесть. Давайте. Идете? Давай. Отлично, молодец. Правда, я без патронов останусь. Ну, что поделать? Что поделать? А, нет, патроны все равно есть. Какая прелесть. Ну, что думаешь? Сюда. Угу. Прекрасно. Шесть патриков у нас. Уровень угрозы еще понижен. О, здорово! Давай. Ну. Это его же заточка. Контратака у нас отточена. Я понял, как ей воспользоваться можно правильно. И все. Ну что, друзья, осталось теперь только понять, где здесь еще может быть. Ну, я подозреваю, что где-то вот здесь вот минное поле, наверное. Очень похож, так прям хорошее очертание. Давайте съездим туда. Прям такие ровненькие. Баги прям у нас не баги, а аэробаги. Тра-та-та-та-та. Хорошо. Ну я ж затормозил. Что тебя так носит, а? Ну что тебя так носит?
Так. Здравствуйте, мужчины. Мир домам вашим. Успею? Да, успел. А я ж нажал парирование, чё за фигня? Макс, ну почему ты так долго замахиваешься моментами? Меня добивает просто, вот серьезно. Все. Вполне себе, вполне себе. Жить можно. 7 лома? Многовато. А, все, да? Ну, на этом я не поеду в крепость, это совершенно однозначно. Хотя, может, и можно было бы. Чтобы потом участвовать на этой машине в ралли. Ну что, наша собачка будет признаки жизни подавать? Нет? Угу. Ну погнали. Чё? Это что? Что здесь в низине? А нифига тут в низине нету. Он даже не пытается гавкать. Вот что плохо. Хорошо. Хотя что хорошего? Так. Где еще может быть? Вот тут по идее должно быть, но нет. Это какая-то возвышенность, а на возвышенности вряд ли это будет. Это всегда в низинах. Да. Это всегда в низинах, поэтому нет, это не здесь. Ну хорошо. Где еще тогда это может быть? Вот здесь. Ну давайте посмотрим. Может псина... даст какие-то признаки жизни, подаст наконец. Да, я тоже, кстати, хочу пить. Прикинь. Какое совпадение. Я тоже хочу пить. Та-та-та-та-та-та. Это место поживы проехали. Давай, Динкиди, просыпайся. You got something? Опа. Вот. Ага. Это я нашел опять, да? Где там? Кто-то приехал? О! Ребята идут. Жаль, жаль, по одному идут. Вам надо было скучковаться, и было бы вообще отлично. Здорово. А чё, всё, нету ничего? Ну, ёлки-палки. Жаль, да? Очень жаль. Прям очень-очень жаль. То-то было очень опасно. Вы видели, да? Мы чуть не взорвались.
Чего, 7 у нас? Отлично. 7 патронов на дробаш. Где он там, наш Динки-Ди? Чё он там? О, вон оно. Вот зачем он сейчас включает фонарь, друзья мои, вы не знаете? Когда не надо, главное, включает его. One in a million. Все, уровень угрозы еще понижен. Прекрасно, боезапас полон. Так, что нам надо? Нам, собственно говоря, надо вернуться вот сюда. Просто до точки быстрого перемещения. Взять нашу машину, да, и поехать. Вот эти пугало нафиг посносить. Вот это вот. Да, magic, magic. Yes, 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 yes. Чё, приехали парни? Ну, мы с ними разменёмся. Красиво, да? Объехали, чтобы туда и въехать. Вообще прям. Так прям задумано. В смысле, игра? Что, приехали, да? Тихо. Сможете так? Не сможете. Чё, тянем? Конечно, тянем. Вы видели этот эпичный снос пугала? Просто эпичный. Чё, приехал? Ну давай, иди сюда. Давай, вылези, а. Вот, отлично. Зря ты вылез. О, здорово, красномордые. Ну, как обычно, Макс парирует все очень не вовремя. Нормально. Вполне себе. Я доволен. Ужас, да? Вот что за машина? Просто ужас. Не убивается. Вот с ней надо участвовать в этих раллих, гонках, где мы там участвуем. В смертельной гонке. Надо будет еще там что-нибудь поразыгрывать, повыигрывать. Давай, свали в туман. Кто? Давайте, где там, кто там? О, здорово! Ну ты взорвешься, нет уже. Скольких он с собой забрал? Одного? Или никого? Опять Макс не парировал, нифига. Ну пора. Хорошо. Вот я вижу там Люмик блестит. Так, вот здесь вижу Люмик. Один.
Ту. Ну давай. Два. Может, здесь что есть? Ух ты! Для грампуна наконечники. Годно. Хочу сказать, годно. Ну, это все замечательно. О, ясно, ясно, ясно. Так, ну-ка. Значит, туда как-то можно залезть. Да, да, вон вижу, вижу, вижу. Автобус, автобус. Нет, значит, вот так. Так. О, отлично. Так. Значит, тут что, реликвия прошлого здесь есть. Это интересно. А где она? Может, вот здесь? Я ее, может быть, прозевал? Да. Повернуть. Вот где можно достать незарегистрированный автомат. Просто спроси Сашу, пароль зефирки, если только они его с того раза не поменяли. Если поменяли, сразу отползай, не то пристрелят. Если пароль примут, скажи ты от сержанта Рубинса. Тогда тебе и на патроны цену скинут. Сержант. А где твои гениальные умозаключения, Макс? По поводу того, что здесь происходило. Ты ж философ. Интеллектуал, ети же пассатижи. Вообще никогда автомобилю, вы обратили, да, внимание? От слова вообще совсем никак. Это что, пугало, да, у нас там вон растет? Так. Вот она, дорога. У нас опять подъезда к пугалу нету? Нет, игра. Все равно сюда заеду. Угу. Так. Да ты посмотри, а. А как они себе это представляют? Вопрос нескромный. Давайте вот так попробуем. Нет. Тут больше нет, негде места, чтобы заехать. Выходим из машины, конечно. Этот готов. Иди сюда, зайчик. Все? Ну вот и хорошо, ну вот и прекрасно. Вопрос. Че, починил? Ёлки-палки, серию-то уже заканчивать надо. Так. Они же не хотят сказать, что мне это все грампуном шарашит. Но это чушь. Ну не может быть такого, чтобы сюда нельзя было заехать. Ау!
Ну-ка, давайте еще разок попробуем. Интересно. Так дело не пойдет, дорогие друзья. Давайте мы с вами переместимся в крепость Красноглазки. Серию уже на этом закончу и продолжим следующий штурмовать эту очень интересную... Как она там называется? Очень интересно это пугало. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.